Дети о победе. На границе тучи ходит хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. В память о подвигах героев Великой Отечественной войны. В России 1 мая стартует музыкальный марафон победы. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Уникальный онлайн-проект организовали Музей Победы, телеканал РЕН-ТВ и детский театр «Домисолька». С 1 по 9 мая на сайтах и в соцсетях музея и РЕН-ТВ будут публиковать видео. Юные артисты исполнят песни военных лет. «Три танкиста», «Священная война», «Синий платочек» и многие другие. Чистые детские голоса вряд ли оставят кого-то равнодушным. Синий скромный платочек падал с опущенных плеч. 9 мая прозвучит самая известная песня о войне «День Победы». Телеканал «Известия» – непрерывный поток информации. Доступен в пакетах кабельных и спутниковых операторов. В Москве «Известия» смотрите на 26-й кнопке аналогового вещания Ростелекома.